Здравствуйте, друзья, мы с вами в Санта-Крус. Такой райончик, знаете, недалеко от океана, может быть, так, если пешком минут 10. Но тут такие маленькие, старенькие такие домики. А вот эти, кстати, я снимал видео одно время, когда только построили. Тут их три таких модуля, по-моему, было, не знаю. Да, три, вот они три. Мы здесь когда-то снимали, сейчас уже они довольно хреново выглядят, вида нет. Одно дело новенький, другое дело, когда там 3 года прошло. А вот тут такой тоже маленький, хреновенький вот домик. Мы сейчас на него... У него есть кусочек земли. Нет, конечно, нет, нет, Света, безусловно, у него есть масса преимуществ. Масса преимуществ. Вот тут даже посыпали как, каким-то вот тут составом, чтобы выглядело поприличнее. То есть его приводили в предпродажное состояние. Ну, пошли посмотрим. Вот такой домик. В таком вот месте. Ну что, друзья, значит, тут 150 квадратных метров дом. Давайте я зайду, может быть, на участок. 5 соток лот. Участок 5 соток. Они действительно его привели в чувство. Вот, давайте посмотрим, как тут можно зайти. Я вот, товарищ. Вот. Так, пошли. Будем ходить. Как чувствуется, там не... Ничего такого нет, у них все больше в доме изменяет. 3 спальни, 2 туалета. А, ну вот, собственно, все хозяйство. Света. Светлана. Так, сейчас посмотрим. Ну, то есть, как бы сказать, место есть, а так. У них, видите, свой редвуд стоит. Секвоя своя. На участке. Это значит. Никогда тебе не позволят ее ни спилить, ни срубить. Она тут будет стоять вечно, пока сама не погибнет. Ну, в общем, дом довольно приличный, большой. Хотят за него 1,5 миллиона, друзья. 1,495 миллиона. Но тут действительно, видите, сделали полы, да, Свет? Дубовый пол. У меня есть что сказать. Подожди, ну давай посмотрим сначала. Так. У тебя уже есть? Ты да, уже посмотрела что-то? Смотрю, да. Ну давайте, вот там вход у нас. Да, вот там вход. Пошли со входа. Так, друзья, это вход. От входа вот у нас такая красота. Тут с камином. Тут современно, новый пол. Так, гараж. На 2 машины гараж. Ну, старенький, конечно, тут видно. В гараже вы видите тут... Этот там бойлер, да, водичку греет. А это отопительная система тут, газовая. Так, ну хорошо, значит, идем. Короче, не такой большой. Тут не сильно 2 машины поставишь, так, между нами. Так, значит, кухонька. Так, давайте пойдем направо. Тут шкафчик, дверку пока, они как-то убрали. Так, бедрум. Бедрум небольшой, я бы сказал, что тут может быть 10 метров, но максимум 12. Небольшой бедрумчик. Ну и поскольку участок маленький, вы видите, вот тут забор прямо в окно, тут 3 фута, метр до забора. Да, эта часть... Да, эта часть достаточно новая, это не то, что тут старье, там столетие, нет. Я не спросил у них, какого года постройки этот дом, но сделан он так более-менее миленько, современненько, плитчика. Так, ага, вот вы видите, как устроено. Так, это ваш блогер в маске, типа разбойник такой. Так, это еще одна спаленка, тоже небольшая, вот, те же метров там 12. Ну, когда мебели нет, то, конечно, вид такой скромненький, объема не видать. Такого, как если бы, это то, из-за чего стейджинг делают, чтобы было так красиво. Вот шкафчик такой. Так, Света. Окей, кухня.
depending on what type of offers you get. So it's just considered. This is so kind of circles. Так, ну вот здесь такая дайнинг area. И мы сейчас пойдем. Еще одна спальня. Вы помните, три бедрума. Три. Вот это третий бедрум. Он же, наверное, мастер бедрум. Давай я тебя начну комментировать сейчас, потому что потом это будет не так интересно без привязки к местности. Давай, Светик, мы посмотрели мастер бедрум. В смысле, вот санузел, вот сам мастер бедрум. Комментируй, Зайка. Я хочу сказать, что мы положили деньги контракторы, мы купили фиксераппер и положили деньги в отделку, чтобы сделать его более привлекательным. Да. На самом деле совершенно бездарный дизайн. Это надо вообще ухитриться так испортить нормальную пропорти, потому что в принципе 500 окон не так уж и плохо. Вот пример привожу, да? Мастер спальня. Да. Это главная спальня в доме, да? Да. Они сделали к ней туалет. Да. И с единственным видом они сделали окно, которое упирается в забор. Да. Вместо того, чтобы сделать окно здесь, чтобы он смотрел на бухьярд и со своей дверью. Они здесь сделали шкаф. Да. Единственное окно смотрит вот это из спальни сюда. А что бы ты сделала? Ну как, я бы окно сделала здесь. Ну, осладенный этот шкаф, этот куда бы? А шкаф да хоть сюда, какая разница. Но не шкаф там, вот к этой стене. Но не туда же, где у тебя единственный вид. А как ты знаешь, что там вид? Ну там бэк-ярд находится, я специально посмотрела. Вот вид на бэк-ярд вот из того маленького окошка. Да. Значит, у них все три спальни выходят с видом на забор. Да, это правда. Вот, то есть это надо, причем этот дизайн можно было сделать по-другому. Я уже вижу, как можно было сделать по-другому. Ну, видимо, Свет, они не переделывали сильно. Нет, они просто не думали об этом. Потом ты заходишь в дом сразу, вот ты можешь показать. Угу. И сразу вся кухня, там просвет видна. Да. Это я тоже не выношу, потому что кухня, когда день за днем ты живешь там, это не самое такое идеально чистое место. Может быть, этот дом хорош для того, чтобы, например, его сдавать. Приедут люди, я же в данном случае говорю не для кого он хорош, для кого, я говорю о бездарности дизайна. То есть на бэк-ярд выхода нету. Нету. Чтобы это сам. А как вообще выйти на бэк-ярд? Ну вот отсюда. Так, ну давай посмотрим. Ну да, вон там бэк-ярд. Ну, может быть, тут было бы фэмили. Но вот такой просвет большой. То есть ливинг-рум, понятно, что ты заходишь от входа, у тебя какая-то там ливинг. Нужно было поставить какую-то перегородку, чтобы отделить это. Пойдем. Вообще-то я бы что сделала, кухню унесла в эту эрию. Да. А это самое, с тем, чтобы большая кухня выходила в фэмили-рум и на бэк-ярд. Да. А так, наоборот, ливинг-рум отделить. То есть вместо этой перегородки, вот там поставить перегородку. Окей. И бэдрумы я бы немножко по-другому сконфигурировала, не так, чтобы они были прямо от входа. Что за такие деньги, ты ж не будешь его брать, а переделывать? Боже упаси, я просто хочу сказать, что если это дом на 500-ках, да. Примерно такой же площадь, место как хорошее, у нас. Да? В принципе. Место такое же примерно, как у нас. И, ну, у нас лот 8,5 соток, а здесь 5 соток. И они хотят 1,5 миллиона за него, так я уже теперь наш дом. Сколько стоит наш, да. Ну что, друзья, я поспрашивал, значит, дом построен в 62-м году. И что еще мы узнали, я даже не помню. Ну, ты спросил, кто покупатель. Ну, да, я скажу два слова еще. Уже, конечно, это фиксераппер, то есть пришел контрактор. Ты можешь снять масочку так, чтобы красивее было, да. Пришел контрактор, без сильно большой дури снес перегородки. Они рассказали нам, что они сделали. Да, дело не в этом, потому что вообще хоть чуть-чуть мозги надо включить. То есть они просто снесли перегородки, типа они открыли кухню, сделали ее такой светлой и все такое. На самом деле нужно было снести совершенно другие перегородки. Так. Сделать это все совершенно по-другому. Но, ну, Света, видимо, у них вот соображение если минимальных если расходов. Бы не как было бы. Задачи. Иди сюда. Если бы не было задачи сделать фиксераппер, да, то есть с минимальными усилиями, просто за счет отделки продать дом, то, конечно, вот этот пятачок, да, конечно, его нужно надо было увеличить площадь, конечно. Площадь дома, совершенно другой бы дом был, но это уже структура. Но я хочу сказать, что по Санта-Крузовским масштабам, достань так, чтобы не засвечивало нам, по Санта-Крузовским масштабам, это приличная площадь, да, у нас какая площадь? У нас такой же дом. Такой 1500, же по площади, да? Тоже там 3-bedroom, 2-bathroom и так далее. У нас лот больше. Слушай, она сказала, что они думают, что он уйдет где-нибудь там за, может быть, 1,6 миллиона, да. Она сказала, кто из долины приезжает покупать? Она говорит, что много денег из долины, но... А кто, она сказала, ищет в основном, что... Она сказала, что очень много сейчас людей, которым просто нужна площадь. Просто сейчас вот не хватает жилья на маркете. Но тем более выдвинутый дом. И, в общем-то, вот эта западная часть Санта-Крус, которая, в общем-то, востребована, она не пляжная, а такая именно для жизни хорошо, да.
Нет, и здесь так. Очень близко до океана, то есть как место это вполне себе нормальное, но это же надо так ухитриться, все спальни выходят в забор. Ну, хоть бы чуть-чуть так вот, хоть мастер спальни. Понимаешь, можешь, если бы она стоила 3 копейки, то уже хрен бы с ним. Но поскольку она стоит 1,5 миллиона, они взяли и испортили, понимаешь, я почему люблю первозданные дома, пускай 62-го года, да. Потому что из них можно сделать конфетку, понимаешь? Да. А когда уже они испортили, ты же не будешь переделывать. Нет. Уже апдейтнутый дом. Они просто его испортили. И да. Это, конечно, очень печально. Но люди купят за 1,6 миллиона, которые ничего не соображают. Которым все равно у них мастер спальня в забор выходит или на бутьяр. Ну, это значит, же... они правы, Свет. То есть, если, значит, они нет, сделали нет. то, что хотели. Ну, правильно, но есть дебильные девелоперы, есть дебильный покупатель. Они просто поживут немножко, когда они каждое утро будут посыпаться в этой спальне и видеть забор. Да, и... они шторку повесят. Дело не в шторке. Дело в том, что а почему не сделать? То есть это настолько очевидно просится из мастер-спальни здесь выход сделать на бухьяр. Да. Светочка, просто... я вспоминаю твой опыт в городе Лос-Алтос, где ты должна была бы так же сделать, но не сделала. Вот. Нет, я сделала так. И с тех пор, Света, да. Нет, я там, у меня там был выход, но, конечно, не так красиво. Да. И тебе все говорили потом, я помню, люди, которые приходили покупать, говорили, а как же? Говорили они. Да, Света, на ошибках учатся.